Своем канале. Сегодня у меня видеообзор вот такой вот формы для выпечки стеклянной от турецкого производителя Баркам Пашабахче. Вот такая вот форма. Она довольно-таки большая, возможно, это самая большая форма из имеющихся у данного бренда. Здесь мы видим ее размеры. Длина 40 сантиметров, ширина 27. Как мы видим, довольно-таки большие размеры. Вот так вот выглядит данная форма. Тут, в принципе, показывать особо нечего, кроме моего кота, кс-кс-кс, которому тоже интересно посмотреть, что же это за форма для выпечки. По бокам она, как вот указано на этом рисунке, имеет ребрышки такие. Стекло толстое, наверное, около 4 миллиметров. Форма мне понравилась тем, что она имеет большие размеры. Можно выпекать довольно-таки большие пироги. Ну а ввиду недавнего моего использования данных форм для выпечки стеклянных, я поменял свое мнение к ним, так как с них легко смывается нагар. Если нагар очень сильный, мы можем использовать едкий натр, что упростит отмывание нами поверхностей. Я всех благодарю за просмотр. Всем огромное спасибо.